Почему они такие суровые? Да ладно, ну... Да иди ты в задницу. А, они еще и друг друга умудряются лупить, да? Короче, ты меня достал, придурок. Время умирать. Господи, все ради какого-то жалкого бонуса. Вообще, да, можно. Тут мобы убивают, бьют вообще все, что движется. И сами себя бьют иногда. В общем, всякое здесь бывает. Так, ну вообще местечко я неплохое открыл. Да ладно! Это просто катастрофически быстрый рез. Это даже не Метроид, это еще жестче. А что это такое? А, с него еще что-то падает. Да ну хватит. Она дает мне опыт. За опыт я могу прокачивать свои навыки. Я поэтому эти золотые штучки и собираю. Ой. А-за-за-за-за. Вот как ты пом... Да ну ты серьезно? Лягушка, иди ко мне. Все, поквакай. Я тебе жизни не дам. Нет, 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 нет. Ну и ладно, я все равно спокоен. Да ладно, ты даже так смог помнить. А, да, фрагмент забыл точно. Да, Жуен не важно, согласен.
Да куда ты от меня отходишь? Господи, какая противная, а? Просто кошмар. А я напоминаю, что у нас тут веселое и беззаботное прохождение Ori and the Blind Forest, господа. Замечательная игра, замечательная. Столько эмоций, столько позитива. Присоединяйтесь и вы к этому празднику жизни. Зовите друзей, общайтесь в чате. Да не надо было кабана толкать. Надо было просто кабана убить и все. Нет, в этот раз я тебя точно не отпущу. Нет, 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 нет! Все, до свидания. Следующий. Да сохранился, сохранился. Фух. Так, ну ладно. Ори, что с тобой? Почему ты не цепляешь? Умничка. Умничка. Какой хороший дух. Дал лантище это... Да как так-то, алло? Это откуда они появляются? Так, а что у нас здесь? Здесь у нас еще проход куда-то. Причем это проход, который я могу пробить. Так, ну-ка, что по карте? И там что-то такое зеленое, склизкое, скользкое. Не понял. Ой, это что такое? Ой, ой, ой. Да хар... А, все, понял. Прикольно. Я не сразу врубил. Еще один. Смотри-ка. Эх, ты глупый. А, я понял, что это за ребята. Я понял, что это за ребята. А как? Не понял. Сохраниться здесь, вы думаете? Ну давайте, ладно, сохранимся. А я не знаю, как вот ту часть разбить.
Ой, не знаю, ребят, что там задержка большая. Это все вопросы к Твичу Ивановичу. Ой, что это он тут? А, понятно, обычно любит. А, я думал, это бонус, а это не бонус, ну ладно. Жизнь без бонуса не жизнь. Да. Что, все, съел свинья? Ну что, свинья? Свинья ХП что ли регенит, я не понимаю? Нет. Просто походу зависла немного свинка. А, блин, а мне наверное нужно было ее заставить. Так они все злые, потому что они все лес испоганили. Да и потом, я бы их не бил, если бы они сами не нападали. Вы же знаете, я ж пацифист. Где кабан? Так, ну ладно, ну-ка прыгни. А, все, понял. Вот здесь прыгни. Ах, вот оно как выглядит. Спать пошел? Ну давай, Фанни. Спокойной ночи. Блин, хрюн! Ну какого черта? Я умер? Черт побери, я умер. Ну и ладно. Умер так умер. Ну, прыгай ко мне, придурок. Да что ж ты тугой-то такой, а? Бедная свинья. Не, ну вот она, конечно, жалоба, ничего не скажу. Ой! Ах ты засранец. Давай еще разочек. Блин, а я не знаю, как его заставить. Вниз-то забиться.